Здравия желаю. Сегодня произвел замеры по принципу размножения энергии. Еще раз. КПД разнился от 200 до 157, то есть еще надо повторить, но не меньше 157%. Вот сейчас покажу эти замеры. То есть вот эти два КБ, вот один и второй, одинаковые по съемкости, заряжались, значит, сначала два, через вот этот прибор. Вот прибор 6 ампер, тут подпаял конденсатор. Значит, конденсатор, трансформатор стоит, выпрямитель, мостик, выпрямитель, конденсатор, и больше ничего нет. Значит, подпаяно было, конденсатор увеличен до 3300 микрофарад, 25 вольт, для увеличения мощности. То есть сначала заряд производился на один, вот на синий, и делали пробег вот этого колеса на мотор. Вот мотор, вот он, мотор 400 ватт, вот колесо маховое. Мотор двигался, значит, 8 минут, вот у меня тут записано, замеры вот, и куча замеров. Вот начало, 5 минут 37 секунд, значит, зарядка шла одной вот этой батареи. Далее, 8 минут 34 секунды, крутилось вот это колесо. Колесо. Вот это. Далее. Опять 5 минут 38 секунд заряжали запараллельные батареи путем метразмножения. Ну, это я писал об этом. Запараллельные пары. Что получилось? 20. Вот. 21. И 4 секунды двигалось колесо. То есть тут было более чем в два раза. Но здесь, видите, потребление вот здесь 35,5 ватт, когда одну заряжаешь. Потребление двух батареек 41 ватт, когда две заряжаешь. Когда это отнимаешь, вот эту разницу, 16% там разница между 41 и 35. Получается, где-то 188 было первый раз. Далее второй раз. Вот последний замер. Вот он. Значит, на 5 минут. Ровно 5 минут. 5 минут. Вот эту батарею заряжали. Так. Одну. 11 минут 40 секунд. Двигался мотор. Двигалось колесо. Крутилось. И далее. Далее. Опять 5 минут, но уже две батареи заряжали. 41 ватт шел сейчас, а тут 35. То есть на 16% больше. А тут получилось 20. В итоге получилось второй раз 157% КПД. Здесь 180 первый раз, второй раз 157. То есть на третий раз. Это завтра. Это предварительный результат. Завтра еще проведем замеры. Но итог показывает вот такую схему, видите. БТГ получается. Если даже 150%. Берет, значит, батарейка 1. Сейчас пока будем проводить еще опыты, чтобы уже, как говорится,
точно увериться. Ну, схема будет, ну, по-видимому, не меньше, я и здесь на опытах считал, не меньше 50%. 150% КПД, 157%. Значит, батарея вот берется на вход до 500 ватт примерно. Далее ставится инвертор от нее. Инвертор нужно стараться выбирать это экономично. У меня они сделаны со старых вот ИЧП, ИЧБ. Раньше вот были. То есть самодельные. У них потребление до 20 ватт. Надо этот инвертор современный покупать. У него там может быть до 5 ватт потребление. Там будет нормально все. То есть 500 ватт, батарея, инвертор, дальше выпрямитель, вот этот пойдет, 6 ампер, 14,5 вольт. И дальше, значит, с выпрямителя выход идет, с выпрямителя выход, батарея одна 500 ватт, и вторая батарея 250 ватт. Вот с этой батареи, где 250 ватт, вот сюда можно брать, значит, 250 ватт на потребителя. А вот эти батарейки, вот две, 500 и 500, время от времени менять, там, когда они просядут, может, там. Потребление здесь, смотрите, примерно 40 ватт в час, значит, вот считаем, 500 делим на 40. Ну, 12 плюс потребление инвертора. Часов 10, то есть. Даже тут реле не надо ставить. Просто меняем. Через 10 часов вот это вот сюда ставим. А вот это вот сюда ставим. Меняем их. Просто это уже разрядилось, а это на зарядку. А отсюда постоянно берем ток на потребителя. Ну, любой ток. Тут будет 12 вольт, тоже можно ставить инвертор там. Но это уже в дальнейшем. Сейчас главное доказать, что даже такого КПД устройства, это метод размножения. Называется. То есть энергия размножается, как это, цепная реакция. То есть она не уменьшается при зарядке. А одна батарейка, когда две батарейки или там два мотора, энергия умножается вдвойне. Другое дело, надо ее уметь забрать. Вот эта вот схема позволяет ее забрать. То есть тут просто все это понятно было, тут на загадку все идет. То есть вот, так, вот такое БТГ. Значит, завтра еще, значит, будем проверять повторно. Это предварительные данные. Пока не спешите это собирать, хотя можете собирать, пока можете сами собрать, пока я не закончил опыты. Вот так, данные предварительные. Но тем не менее результаты обнадеживают.